Добрый день всем любителям футбола. Приветствуем вас в Новогорске на учебно-тренировочной базе «Динамо», где заканчивает свою подготовку к сезону ФНЛ-2, который избрал тренерский штаб на первые минуты этого товарищеского матча. Заброс, есть свободное пространство, 87-й номер, прострел, успеет ли здесь Агаев накрыть мяч. Вторым темпом продолжается атака, и еще один опасный момент. Великолепный момент имел для того, чтобы открыть счет в этой игре. Прорывается Школик, один из наиболее опытных, наверное, заметных игроков динамовцев, который на слуху, с опытом выступления уже за основную команду. Фиксирует все-таки с некоторой паузы главный арбитр встречи нарушение правил. Удары выше ворот. Все-таки приходит, провожает этот мяч Никита Павлов, пущенный после удара Андрея Мазурина. Ой-ой-ой, опасный стык. Слишком непозволительная грубость для такого товарищеского матча. И желтая карточка, абсолютно заслуженная. Отправляется в актив Александра Чупаева, 38-й номер. Нападающий, какие-то слишком неоправные для товарищеского матча действия сейчас предпринимал. Начинает у нас накрапывать немножко дождь, и, возможно, перед этим стандартом будет это иметь определенное преимущество. Какой удар! Крестовину он сотряс своим обводящим выстрелом. Великолепно действующий по эпизоду Матвей Елизаров. Говорили о том, что команда проводила сборы в Кратово. Такими ударами отмечался Даниил. Бьет он, действительно, используя отскок от газона. А Денису удалось белоглубым сейчас выбежать в контратаку. Есть вариант продолжения атаки через правый фланг. Убирает 73-й номер. Мяч под левую и бьет. Издали контролирует все Тарасов. Качнул соперника. Убрал мяч под левую и прицельно мощно бил. С выходом на замену Артема пробежаться, показать всю свою технику, но упирается он в защитника. Продолжается атака, падает, теряя равновесие на газоне Киселев. И, как оказывается, не без помощи соперника. В результате опасный штрафной и желтая карточка. Александр Бурков устанавливает мяч. Здесь же Ефим Колобов. Бурков все-таки бьет. Рикошет угловой. Молодежка Родина взяла реванш. Победит со счетом 2-1. Отметили забитыми мячами Матвей Елизаров и Матвей Кожин. Вот так два Матвея принесли победу в том матче. Но в данном случае счет у нас не открыт. Матч закончился 0-0.